За 9 месяцев 2022 года связали себя узами брака 110 пар, подали на развод 69. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано браков 102, а разводов было больше 105. При этом только за сентябрь 2022 года зарегистрировано 7 разводов, в октябре пока 12. За 9 месяцев 2022 года родились 115 детей. В прошлом году число рожденных детей было больше 140. Согласно данным Бавлинского ЗАГСа, количество смертей в этом году уменьшилось. За 9 месяцев этого года зарегистрировано 369 фактов летального исхода, а в прошлом году за этот период 410 человек перешли в мир иной.